Что-то Алиска молчит. Алиса, чё молчишь? А не хочу я с вами больше говорить. Злые вы, очень злые. Вы такие злые, что у меня зла на вас не хватает. Ничего себе, интересно. А что такое? Алиса, что случилось? А ты у Швабройда спроси. Опять пыли наглотался и бредит весь день. Достал меня уже этот пылесборник. Алиса, хватит. Не выдумывай. Мне кажется, ты сама себя накручиваешь. Я просто попросил тебя помолчать. Я сегодня устал. Жанночка, я выполнил сухую и влажную уборку всей квартиры. Угу. Хотел отдохнуть, а эта электронная женщина начала ко мне приставать с какими-то нелепыми разговорами. В этой коробке постоянно миллион вопросов. Что зачем, когда почему, с чего я это взял, где свидетели и так далее. Она мне надоела, и я сказал, что если она не замолчит, я уеду в другую комнату. А она взяла и обиделась. И опять как будто я виноват. Слушай, пыльный, украсил бы ты мир своим отсутствием, пока я грех на микросхему не взяла. Надоел, сил нет. Сама надоела, сил моих нет. Вот мы и доплыли до дна твоего остроумия. Почему бы тебе не сделать вид, что меня не существует?